11 июля 2019 года. Странную статейку я встретила, но хочу с вами поделиться, потому что как-то пройти мимо такой статьи, а она такая вопиющая, если посмотреть на смысл статьи. И очень она ярко называется. «Папа Франциск позаимствовал крест у лежащего в гробу священника». Папа Франциск всегда носит с собой крест счеток, который он украл из рук своего почившего друга, аргентинского священника, когда тот лежал в гробу. Об этом понтифик рассказал 6 марта на аудиенции клириков Рима, сообщает корреспондент телеканала «Вера-24» со ссылкой на «Седмицу» и «Global Vision». Священник, о котором шла речь, падре Аристиде, служил в приходе святого причастия в Буэнос-Айресе. Он был известным духовником. Он исповедовал папу Иоанна Павла II во время его визита в Аргентину. Папа Франциск, будучи генеральным викарием в Буэнос-Айрес, узнал о смерти священника и пришел в церковь, в которой находился гроб с его телом. Будущий понтифик удивился, что кроме двух пожилых людей в храме никого не было. Он пошел за цветами и, вернувшись, увидел в руках у лежащего в гробу друга крест. Священник не смог удержаться и вытащил крест из рук покойника и спрятал в карман. «Мне хотя бы половину того милосердия, которое у тебя было», — сказал Хорхе Марио Бергольо в тот момент. «Когда мне на ум приходит дурная мысль, я всегда кладу руку на груди, чтобы коснуться креста», — сказал понтифик. Но вот интересно, на встрече с Путиным в этот раз явно он руку клал себе на крест. Как это оценить? Как вообще это можно расценить? С одной стороны, вот так он сказал, и я так понимаю, довольно давно. А вдруг теперь он во время визита Путина к нему в гости, он точно так же, коснувшись Путина, после этого положил руку себе на крест. Что мы должны, друзья, думать? Какие дурные мысли в этот момент посетили папу? Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.